А вы помните тот обзор, который снимал я, обзор Genius SPM 200? Тут говорился о том, что люди 8 значит просмотр сделали. И потом за один лайк оценили. Так что давайте, набирайте, заходите на Facebook, в Instagram, набирайте много этих 1000 лайков. Даже и 1000 просмотров, чтобы у нас было по-лучшему. А сейчас мы будем переходить туда, к этому Свену. Свен этому фирме. И даже сначала еще с мышкой я хотел поговорить с вами о игровом мышке. Это мышь игровая Red Wagon Samsara. На нем даже есть лазерный тип, модель сенсорная. Пикарп Авадо А9800, цвет черный, красный, драконье. Способ подключения проводной, разрешение 50 на 16400 ДРП, органы управления 15 кнопок, интерфейс USB, тип упаковки Retail. Размеры есть DSHV 123 мм, 81 мм, 42 мм. Вес на 14 кг весит этот масса. Размер упаковки 50-150, 205 мм. Вес упаковки тоже весит 3 кг этих массы. Ценные классы трещин. А сейчас мы потом рассмотрим с вами... А это же структуры, есть даже таких, как револьвер, вот такие вот штуки называются. Так, у нас 8 штуки, которые выдерживают даже эту мышку Red Dragon 16400. Она тоже сделана из какого-то из этого, из Китая. Ну а теперь мы представим с вами Свен. Свен — это российская компания-производитель акустических систем и компьютерных распродажи перфиды, зарегистрированная в Финляндии и сделана которой принадлежит торговой марке Свен. Основан в 1991 года. Как клавиатура, мышка, веб-камера, наушники, так же как это, GPT, колонка в руках, флешки и там еще что-то там другие и так далее. А теперь вот предстоит с вами об этом поговорить, вот о чем. Вот, друзья, вот я о чем не говорил с вами про Свен. Я вот хотел вам рассказать про клавиатуру по деревянные и про деревянные, значит, эти колоночки такие вот. Свен СПС мультимедиальная акустическая система 2.0 СПС 605. Мои любимые из Майи, которые покупал 875 рублей. А эту по клавиатуру не знаю, почем я ее покупал за черную. Ну, обменял, конечно, ну, на эти кнопочки, когда у меня сейчас пролился, у меня была, как когда-то белая клавиатура, пролил, бабался на чай и пролил, и купил в декабре вот такую клавиатуру. Поставил даже вот такие... Эти 5 этих кнопочек, даже вот этот пробел, и 4. Довольно-таки просто. В 2016 году у меня была клавиатура. Это же самые интересные мои кнопки это были. Нескольких деталей из-за пластиковой. Но я даже сказал, что я эту белую клавиатуру, которую я пролил на чай, выкинул даже его. К чертовой матери! Извините за выражение такое. Ну, тогда довольно стандартная клавиатура. Выглядит очень довольно-таки красиво. Оно даже сделано из Финляндии и в Китае. Изготовление виготовлено 6
2016 года. Правильно сделано даже в Китае эта клавиатура. Придумали в Финляндии произвести эту... Придумать воспроизводительность этой китайской компьютерной техники. Так, понятненько. Значит, 5 клавишев. Это мы с вами потом разберем. Сейчас мы о Свена поговорим. Так, колоночки, они, по-моему, выглядят от акустика, стерео. У него даже материал даже есть МДФ. Ну, ну-ка, откроем и увидим, что у нас тут. Я купил за это. Ну, не открывал еще пока в мае, а только покупал для обзорного этих колонок. Так... Так. Они выглядят вообще эти довольно-таки просто. Даже есть разъем для подключения для наушников. Свен из Corporate Center, вообще новые, шикарные колоночки даже. Они из плоскости, даже из дерева сделаны. Модель SPC-605, вольт 230. А внимание, не открывайте никакую крышку, только это для разговорного мастера. Если сломаете что-то, сразу обратно в Corporate Center несите. Или что... Или выкидывайте его на хер. Оно акустическая система. Оно производится даже ПК, DVD-медиа, проигрывателя, мобильных устройств и другими источниками звука. Ручки управления на передней панели, разъем для наушников. Ну, что можно по поводу сказать об этой разнице этой Свена? Йоут Вант Фенг. Все даже из Великобритании сделано. И по всей стране, кто покупает эти такие колонки, то понимает, что это такие вообще. А вот и чек наш. Чеку 874. Было 1000 рублей истрачено на эти копейки. Остался... Сумма 145,26 рубля. Актусика. Так, Свен клавиатура довольно-таки не просто выглядит классно. Там фильтрующая конденсатор 1000 мк непосредственного какое-то, то воткнул какой-то один парень за 3300 под рукой и диоды. Там в Авито слабоватый. Что ж, придется включать, значит, колонки компьютерные, а также подключение к клавиатуру. Так, клавиатуру сначала проверю я. Да, все, вот эта клавиатура работает.
как практически на 100% работает клавиатура. Теперь надо проверить, как воспроизводятся эти самые колонки Свена 600 этого пятого. Так, вы... Так, я уже это снимал. Помните этот обзор я снимал? SPM Genius Tone для воспроизводительности звука. Теперь давайте дальше снимать эту технику. Так. Так, в общем, я нашел других там музыки и песни на YouTube 2019. Давайте попробуем. Так, еще забыл сказать, еще в мае забыл покупать до этого 26 мая, помните эту фотографию, я покупал эти колонки специально, так чтобы мог обзор снять. Ну как я не смог, я, потому что немного стационарий был здесь в больнице, я и поэтому игры снимал даже, до 18 серии темплеру. Так, продолжаем. За колонки ставьте лайки и за Свена компьютера ставьте лайки, которые высвечиваются даже хорошо. А мы пока будем потом наушники вот такие вот рассказывать эти смортбуи. Дальше я дополнительно на канале я про эти и рассказывал про компьютер, все и рассказывал. И дальше того и другое рассказывал дальше. Так, слышите здесь в наушниках, как они здесь тут говорят и поют эти люди, и музыканты, хиты 2019 года. Как говорится, кто тоже без музыки жить не может, ну, это точно я могу жить.
Так, всем давайте, всем заходим на Инстаграм. Подписывайтесь, пишите комментарии, пожалуйста. И давайте всем ставьте лайки за Свена и за компанию Свена и Дженниуса. И давайте всем удачи и пока. И еще на Фейсбуке давайте. Тоже заходим на Фейсбук, тоже ставьте. Тоже пишите мне в комментариях, а про что эти колонки рассказываются. А про Дженниус и Свен. И давайте всем пока. И удачи вам. Мой канал всегда не сдается. Данил будет выкладывать каждый день ролики на канале. И Данил ТВ неделю будет выкладывать. И давайте. Та-та-та-та-та-та-та.